Смолков, он сказал, рейс-директор, давай расскажем, что это такое. Да, у нас все пилоты должны включать дым, потому что его, собственно, поэтому определяется, как находится. И без этого нельзя, за это нужно штрафовать, если недостаточное количество дыма на участке. Да, вы увидите надпись insufficient smoke, это значит недостаточно дыма. Это единственная история вообще в любом виде спорта, можно только с дымом. Где это хорошо, точнее, все-таки это, конечно, плохо, но здесь это элемент не просто шоу, а это обязательная программа. Даже вчера, во время вообще просто тестовых полетов, даже если ты попал на какую-то секунду, то за это штрафовался пилот. Понятно, что он не виноват, он просто, как бы это уже техническая составляющая, не от него это зависит, не он выдает, не он там сидит с дымовой машиной и пускает ее через трубочку. Еще раз напомню, тренировочные полеты – это только тренировочные полеты. Здесь мы не комментируем так просто с сумасшедшим комментатором, который будет рассказывать вам каждую секунду то, что происходит на трассе.